Здравствуйте, сейчас мы рассмотрим с вами лот майки спортивные. Здесь присутствуют как мужские, так и женские. Давайте посмотрим внимательнее. 38 размер, это синтетика, без рукавка. Тоже без рукавка, синтетика, размер S. Ну, это интересно, вышито вот как сеточку. Так, следующая боксерка такая, женская. Размер тоже будет, наверное, S, его здесь не написано, но он точно такой же, как и предыдущий, 93% полиэстер. Идемте дальше. Тоже синтетика, футболка, размер S, M, синтетика. Так, такая M-ка, здесь на замочке, с кармашками. Это ХБ, она такая даже удлиненная, немного туника. Следующая Элька, 46-48, такая боксерка, без рисунка. Подробнее о товаре вы сможете прочитать под видео, мы с вами просто рассмотрим его. Такая укороченная футболка с надписью ХБ, ну, размер СМ, ну, она понятно, что широкая, специально так. Это синтетика, размер 36-38. С рисунком вот такой. Так, следующая черная, без рисунка. Я думаю, что это синтетика. 32 полимид. Полимид с квадратным вырезом. Размер тоже где-то М-ка. Размер S. Посмотрите, она такая полупрозрачная, внизу с резинкой, боксеркой, и сзади у нее шов. Очень яркая, красивая. Размер М, полиэстер, без рисунка. Размер S, по бокам у нее узор. Следующая, я думаю, что это ХБ, но она такая тянется с полиэстером. Размер S, M. Рисунком. Следующая тоже полиэстер. По бокам, посмотрите, сетка вставлена. Так, следующий размер L, без рукавов, с небольшим рисунком. Все футболки спортивные, небольшого размера, с такими интересными вставками. Тоже размер SM. Но это, думаю, ХБ будет. Сейчас посмотрим. Секунду. Нет, 90% полимид. Идемте дальше. Такая интересная футболка с открытой спиной. Такая маечка. Спортивная. Ну, размер, думаю, М. S. Ну, М. Размер М. Следующая размер S. Черная с выточками. Вот, тоже полиэстер, наверное. Секунду. Да, 85% полиэстер. Так, это S-ка, тоже полиэстер, вставки по бокам и сетки. Без рукавка. Без рукавка. Сзади, внизу у нее такая резинка. Очень хорошая, спортивная. Ну, думаю, где-то размер S, но не указан, к сожалению. Следующая, это найковская кофта, размер L. Она идет двойная. Посмотрите, она идет здесь на одно плечо с узором. И с такой маечкой под низом. Маечка заменит лифчик. Он с резинкой. Такая укороченная, классно для занятия спортом. Следующая M-ка, полиэстер с длинным. Ну, или даже 3/4 рукава будет правильнее сказать. Думаю, это полиэстер. Нет, микрополиэстер, 95%. Идемте дальше. Это из синтетики, такого боди. Цветное, яркое, черное. Боди. Сзади у нее сетка. Видно? Тянется. 88% полиэстер. Следующая футболка с воротником. Размер L. Такая приятная на ощупь. 100% полиэстер. Ярко-розовая, очень яркая.
такая кислотная, размер где-то M у нее. А, нет, XL, потому что она резинка и должна быть в обтягивании, ну, поэтому, да, XL, без рукавка, спорт, тоже тянется, ну, все спортивные вещи такие, я думаю, об этом известно. Следующая такая футболка, размер у нее L-ка, XL-ка, 50-й, ну, это синтетика. Тоже синтетика. Идем чуть дальше. Точно такая же, только другого цвета. Тоже размер LXL. Тоже из синтетики с воротником, с пуговками. Сейчас узнаем, из синтетики ли она. Да, 100% полиэстер. Идемте дальше, без рукавка, 36 размера, она тоже тянется, спортивная. Так, следующая S-ка, тоже с выточками. Я пока мешок открываю. Без рукавка такая, яркая, тоже кислотная, L-ка, XL-ка. Следующая, очень интересная кофта, футболка. Она здесь идет на резинке внизу и с таким принтом, без рукавка. Вот, посмотрите на спину, она интересная. Такая, даже она двойная, видите? Вот, как будто даже... Следующая с интересным рисунком, размер L, 46-48. По бокам черные линии. Следующая, надеюсь, меня слышно. Я пытаюсь громче. Следующая, размеры написаны, это где-то S-ка, M-ка, с таким рисунком. Ну, это полиэстер, сейчас мы проверим с вами. Да, 80% полиэстер и 20% эластан. И последняя, завершающая, футболка с открытой, полуоткрытой такой спиной, как боксерка. С интересным принтом. Спасибо, что досмотрели. Хорошего дня. До свидания.